продолжать атаку. Хорош Витус на перехвате, сыграл, зарядил по бровке. А здесь неудачная передача! Вне додачу! Просто передача на Фомие. Слишком слабая получилась на Максима Высоцкого. И таким образом Жаль Фомие увеличивает отрыв в счете. Ну вот и не хватило одного человека, да, Паша? Но в таких случаях на такие моменты обращаешь внимание. Сейчас отмечу Витуса, который сыграл хорошо на перехвате, зарядил Котова. Ну а дальше уже сами себе придумали. И вот мы говорим о том, что вроде не чувствуется волнение. А в этом эпизоде скажем, ну что, если не волнение? Шмыриков сделал слишком слабый пас на голкипера. Уж лучше бы он выбивал мяч за линию ворот. А так получилась голевая передача.